Гран-туры – гэта самыя прэстыжныя гонкі ў свеце веласпорту. Іх усяго тры – Джыра, Тур де Франц і Уэльта Іспаніі. За плячыма беларуса – паўтара десятка супервелашмадзёнак. Дзясятае месца на Джыра 2016 стала для Сіўцова паўторам поспеху. У 2011 беларус таксама замкнуў десятку мацнейшых прэстыжныя велашмадзёнкі. Аднак дасягненне пяцігадовай даўнасці не ідзе ні ў якое параўнанне з цяперашнім. У 2016 годзе было куды складаней утрымаць пазіцыі. Пры гэтым быў рэальны шанс подняться выше у генеральной классификации. Переможцы итальянцу Франческо Нибали Сивцов соступил 16 хвилин 20 секунд. Достигнутым результатом, да, анализируя после Джира де Италия свои возможности с моим личным тренером команды, то есть реально можно было бороться за восьмую позицию. Но, как бы скажем честно, девятую позицию мы упустили просто в последний день не из-за моих физических и кондиции, а из-за тактических действий моих директоров. Падрыхтоўка да Джыра да Італія вялася з прыцэлам на Алімпіяду ў Рыа, куды Канстанцін Сіўцоў плануе адправіцца. На сама гонка стала выдатнай праверкай сіл. Для падрыхтоўкі да гульня ў Рыа беларус плануе ахвяраваць удзелам у іншай супервелашмадзёнцы Тур де Франс і трохі адпачыць. Прыярытэт будзе аддадзены менш доўгім гонкам. Вся праделаная работа перед Джыра, она как бы с такой же уклоном была проведена на Рио, то есть на ближайшие Олимпийские игры. Скажем, у Джиро д'Италия был один из больших тестов для тестирования своих кондиций, своих возможностей именно с гонщиками высокого и мирового уровня. В физическом плане себя чувствую как никогда после любого гран-тура. Ну, обычно наступает момент расслабления тяжести, такой моральной, психологической усталости. Ну, как бы вот удивление, что несмотря на 33 года, я чувствую себя гораздо лучше, чем другие пройденные 15 гран-туров моих. Ну, то есть, и сейчас, как бы, вот последних два дня вели именно разговор с моим менеджментом команды и с Федерацией белорусского велоспорта, потому что два дня находился в Минске. И, то есть, наверное, придем к заключению такому, что пропущу Тур де Франс и буду вести непосредственно подготовку через другие гонки. Это там Тур Польши, Сан-Себастьян. У Гомелі Константина Сивцова сустрели ветливо, повиншавали с успехом на Джире и пожадали удалого выступления на Олимпиаде. Добрые слова и областное представительство Национального олимпийского комитета подмацевало материально. Максим Савин, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».